Вчера на парковке, как я понял, парка имени первого президента был арестован журналист Михаил Казачков. Скандальный журналист. Весь день в его доме проводился обыск. Его самого допрашивали, производили допрос. И после этого он был водворен в следственный изолятор временного содержания на 48 часов. Это, наверное, главная новость вчерашнего дня. Но давайте дадим слово непосредственно человеку во власти, что скажет он, по какой причине был задержан Михаил Казачков и какие обвинения ему вменяются. Приветствую вас, друзья, вы на канале «Казахстан сегодня», с вами Сула, поехали. Агентством по финансовому мониторингу задержан Михаил Казачков. Он подозревается в пособничестве организованной преступной группе Косбаева в совершении рейдерских захватов. Косбаев и его сообщники отлично понимали, что отъем компании у известных предпринимателей вызовет негативный общественный резонанс, и это могло сорвать их преступные замыслы. Именно поэтому Косбаев воспользовался услугами Казачкова с целью совершения информационных атак на жертв рейдерских захватов. В свою очередь, Казачков для оказания содействия ОПГ за щедрое вознаграждение привлек своего друга Жансейтова Бурхана, имевшего многолетний опыт работы в правоохранительных органах. Последний за счет своих связей собирал для нужд ОПГ компрометирующую информацию, в том числе для последующего опубликования. Жансейтов также помогал Казачкову модерировать его телеграм-канал, а именно создавал общественное мнение путем размещения совместно с другими участниками ОПГ комментариев к публикациям журналиста. При этом неугодные комментарии пользователей удалялись и блокировались. На сегодня следствием доказано, что Жансейтов и Казачков за выполнение отведенной им роли получили от активных членов ОПГ 52 миллиона тенге. Будучи посвященным в преступные планы по рейдерскому захвату доли в проекте Есентай-Сети, принадлежащей престарелой Джуну Спековой, Казачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих ее сына Абдыгапарова. При этом журналист грубо нарушал требования закона о средствах массовой информации, поскольку в отдельных случаях распространял заведомо ложные сведения, а также данные, относящиеся к банковской, семейной и иной охраняемой законом тайне. В апреле текущего года к общественности обратился предприниматель Абдуллаев о рейдерском захвате завода по производству стекольной тары со стороны члена ОПГ Косбаева Шалина Руслана, который попытался отстранить законного собственника от управления. По уже наработанной схеме, действуя в интересах ОПГ, Казачков опубликовал целый ряд статей, дискредитирующих владельца завода в глазах общественности. При этом распространялись заведомо ложные сведения об отравлении жителей Алматинской области алкогольной продукцией и якобы причастности потерпевшего предпринимателя к умышленному убийству. В начале июля 2022 года членами ОПГ Косбаева через свои источники в правоохранительных органах стало известно, что органами по финансовому мониторингу проводятся следственные и оперативные мероприятия по изобличению их преступной деятельности. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, члены ОПГ Танашев, Шалин, Косбаев, Айдос с участием Казачкова и Жансейтова при координации Косбаева и Ельдоса разработали план по дискредитации органа расследования и воспрепятствованию его работе. 12 июля текущего года в Алматы Жансейтов заблокировал машину с оперативными сотрудниками, осуществлявшими наблюдение за активным членом ОПГ Косбаевым Айдосом. По заранее отработанному сценарию к месту происшествия прибыли адвокаты и Казачков, которые начали распространять общественности заведомо ложные сведения о якобы разоблаченной слежке за защитниками. Хотя с использованием биллинга и камер наблюдения достоверно установлено, что оперативная машина вообще не пересекалась по маршруту следования с адвокатами ни в этот, ни в предыдущие несколько дней. Казачков не только освещал ситуацию с искажением фактических данных в интересах ОПГ, но координировал их действия на месте и позволил скрыться Косбаеву Айдосу от наблюдения, в результате чего последний объявлен в розыск.
Как уже сообщалось ранее, чувствуя вседозволенность и открыто попирая закон, Жен Сеитов совершил хулиганские действия и умышленно нанес телесные повреждения сотруднику правоохранительного органа. Помимо этого, в отношении Казачкова и других лиц расследуется уголовное дело по фактам незаконного сбора и распространения сведений, составляющих государственные секреты. В настоящее время следствие продолжается, проверяется причастность членов ОПГ Куспаева к совершению других преступлений. Ну вот так вот, агентство финансового мониторинга. Вы слышали всю информацию, все новостные паблики трубят о том, что Михаила Казачкова сейчас арестовали, что его обвиняют в пособничестве организованной преступной группировки, что он водворен временно на 48 часов в СИЗО, что в его доме проводились обыски. Это вот прям все паблики сейчас гремят. Мы будем следить за информацией, что, как, почем там происходит, и обязательно вас знакомить с ней. Друзья, вы были на канале «Казахстан сегодня». С вами был Сула. Обязательно подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока, салам алейкум, арриведерчи.